ходила туда, я ездила. Сказали, долго никакого нет. Мы все родом из Советского Союза, поэтому, когда провозгласили независимость Украины, мы это восприняли, и там был пункт, что мы за независимость в составе союзного государства. Поэтому мы для нас неразрывно. Украина и Россия – это неразрывная просто территория. И для нас это просто как бы чистый такой механический договор, какой-то, как, ну, какой-то документ. И мы себя не видим отдельно от России. Большинство, причем абсолютное большинство, говорят, что по истории, они бы тогда знали, вот как в Канаде тоже долго. Конечно же, стороны не сойдутся на каких-то конкретных формулировках в течение ближайшего года-двух. Это непреложный факт по той простой причине, что пока президентом Украины является убежденный, радикальный, все более радикальный националист Виктор Ющенко, конечно же, говорить об усилении дружбы между Россией и Украиной в ближайшей перспективе не приходится. Так, сейчас я тебе буду наливать чаю. Дима, там нечего и смотреть, на работы много. Да, никогда не попадал. Слушай. Кисову вантажу Толстой. Зараз яхта прямує до Стамбула. Українці почуваються добре Стамбулом. Став причиною загибелі судна Толстой. 9 українців перебували на його борту і дані про їхнє життя. Почему не дружить? Нам ніхто нічого не з Україною. У нас все время були хороші отношения з Росією. І сколько родственников наших в Росії. Ну як же не дружить? Вот, например, с дедушкой мы живем, и сестра, и брат, и один, и второй, и бабушка, все с России. Ездили туда-сюда, все дружили, все мирно жили. Почему не дружить? Мы славянские народы. Тебе хлебушек надо? We put forth a plan that was treat, became a sufficient response to any crisis that may occur in the Ukrainian parliament. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you.